Они собирают всякую ерунду, которую любят большинство, наверное, вот. И в каком-то готовом виде преподносят вот, своей публике. Из того, что всем интересно мнение других людей. Юмор, развлечения, какие-то философские рассуждения о жизни. Это все интересно и, мне кажется, ну, дело вкуса каждого. Они рассказывают много разных вещей. Они делятся своим опытом. Телевизор никто не смотрит, наверное, поэтому... Нет, смотрит телевизор, но не так часто, как раньше. Наверное, поэтому видеоблогеры стали популярными, так как сейчас молодежь находится в интернете большую часть времени, и им приходится натыкаться, как и мне, впрочем, на видеоблогеров, на их видео. Поэтому это стало популярным. Наверное, потому что молодежи нечем заняться. Потому что людям нравится сидеть в интернете и социализировать себя с другими людьми, которые более успешны, чем они.